Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова, и как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами буксом, называется WaysX, вот так вот у него название. Регистрация здесь наипростейшая, имя, логин, email, пароль, разгадываем капчу, ну и все. И регистрируемся, не помню, приходило письмо на почту или нет. Значит, вход по логину и паролю. Что у меня с этим буксом? Я зарегистрировалась здесь 2 сентября. И я работать не стала. Ну и, соответственно, видео я не стала писать, так как я здесь не работала. Вчера я вернулась в этот букс. А вот, друзья. И что? Начала смотреть, вот здесь кликнула история платежей, как бы пошли выводы. Я не стала почему работать, потому что я посмотрела апгрейд, и здесь минимальный апгрейд, вот мы на стандарте, вот я работаю без вложений на 30 дней, начинается с 11 долларов. Ну, думаю, как бы, возможно, и фиг дастся заплатить. Вот. Но, тем не менее, выводы идут. Начала смотреть мониторинги. Ну, люди делятся выводами. Все замечательно. Типа того, он платит. Также есть форум, друзья. Вот. И вот здесь можно посмотреть также историю. Вот кто-то 5 раз уже выводил отсюда. Вот. И в основном... Так, и в основном, что я... Даже вот это если смотреть, как бы, да. Здесь не написано. А, написано, тут покупают люди апгрейды. Видите, вверху написано Diamond, Platinum. У кого-то вот здесь вот куплено на стандарте, без вложений. Ну, естественно, я 11 долларов в букс. Это, я считаю... Я вкладывать такие деньги не собираюсь. И, ну, доллар, 2 доллара, да. Это еще куда ни шло. Вот. Рискнуть можно, конечно. Но 11 долларов я, конечно, вкладывать не собираюсь. Я вчера просмотрела всю рекламку. Минималка на вывод отсюда 2 доллара. Значит, вот такую сумму я за всю рекламку не заплатили. Чуть больше 5 центов. Ну и подумала, почему бы и не поработать. Как бы минималку можно набрать. 2 доллара. Неплохо он заплатил. Так. Значит, где мы будем зарабатывать? Вот здесь заработок. Хотите на всех зарабатывать? Я же только на серфинге. Ну, здесь вот на стандарте нормально так рекламки. Смотрите, вот здесь... Стандарт АДС по 1 центу. 1, 2, 3, 4 цента сразу, да? Ну, вот здесь уже вот на этой шелупоне также 1 цент, как бы, да, вроде как и набегает. Давайте посмотрим одну рекламку. Ну, здесь, как обычно, во всех буксах загружается шкала. Выбираем перевертыш. Все, нам зачет. Таким вот образом мы просматриваем рекламку. Так, далее, что у нас здесь? Теперь что? Форум я вам показала. Это здесь я рекламку не даю. Давайте это сообщение здесь пополнить. Есть возможность аккаунт баланса пополнять. Но 11 долларов, извините меня, тоже, да, насобирать. Вот, ладно. Будем без вложений. Да, заработать хорошо. Нет, мы ничего не теряем. Апгрейд я вам показала. Вывод здесь
нужно шестизначный пин-код. Сейчас я вставлю пин-код и продолжу. И вот минимум на вывод $2. Мы видим, да? Далее идут персональные настройки. Здесь мы ставим, я всегда ставлю, да? Yes. И платежки PayPal. Fire. Сюда мы вставляем пароль, который указывали при регистрации, друзья. Нажимаем «Отправить». Все зелененьким загорелось. Все мы установили наши настройки. И проверяем. Payer и PayPal я прописала. Так это баннер забыла вам показать. Здесь находится наша партнерская ссылочка. И партнерская ссылочка находится у нас на домашней страничке. Ну и здесь два баннера. Так, настройки показала. Здесь больше нет ничего. Здесь будут отображаться наши партнеры. Ну и здесь история. Я ничего не пополняла, как бы, да. История депозита. Ну, история вывода. Будет что выводить. Естественно, я проверю его на вывод. Запишу видео. Вот. Также, если захотите присоединиться и работать, отслеживайте вот здесь Profpowerment. Только здесь последние выводы были 8 октября. Сегодня у нас 11. Вот. Ну и, естественно, на форуме читайте информацию. Вот. Как бы это все надо прочитывать. Здесь вот админ пишет. И вот видим стандарт. Кто-то делал апгрейд. Стандарт. Это без вложений стандарт. Я все вот это всегда просматриваю, смотрю, кто как работает. С вложениями, без вложений, как бы, да, люди пишут. Вот. И вот в основном на стандарте. Ну, конечно, $11 апгрейд это вообще очень много, конечно. Ну и так, без вложений, как бы, он неплохо и дает. Ну и вот здесь у нас на домашней страничке, друзья, вот баланс. Это баланс покупок. Это поинты. Это будет здесь отображаться вывод. Также, как я сказал, на домашней страничке находится реферальная ссылочка. Ну и наша здесь статистика. Кому интересно, заходим, работаем. Ну, неинтересно, друзья, проходим мимо. Будут другие буксы. Каждому свое. Понравится, заходите. Не понравится, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.